жизни не видел такой погоды. Редко, но бывает. Вы молодец. Меня бесит только, что Бидл нынче патриот. Зачем он тогда помогает британцам? Что там, дружки его? Как убедить континентальный конгресс, что флоту нужны еще корабли? Роэнгличану побережье достаточная причина для недовольства. Сначала обстрел Виньярда, теперь это. Бидл явно метит в адмирала и хочет выставить дело в нужном для этого свете. Ловко вы, капитан. Я смотрела с батарейной палубы. А что ты там делала? Я же велел тебе спрятаться. Все в порядке, Бобби, не волнуйся. Жители Нантакета вам очень благодарны. И я тоже. Я так рада!